Привет всем любителям баскетбола! Мы в Санкт-Петербурге на великолепной Сибур-арене, где уже через 10 минут начнется второй матч полуфинальной серии Единой Лиги ВТБ между местным «Зенитом» и московским «ЦСКА». Эрик! Ухов на Эрика! Супер разыграли сейчас пик-н-ролл. Но вот, говорят, Александр просто очень-очень быстрые ноги. И как он двигается? Хиллер с фолом! Хоть раз отлетел, но и он же нарушил правила. В этом моменте Постов ищет глазами партнеров. Блэк ставит отличный заслон, проваливается вниз. И вот Супер! Этот пик-н-ролл можно вносить в учебники по баскетболу. И вот в такие моменты нужно находить где-то внутри резервы. Шенгель идет на Блэк. Говорит, отдай мяч мне, просто забрал его в воздухе. Мне кажется, наверное, самый крупный у армейцев. И Шенгелия, еще одна трехочковая попытка. Что творит Тока? Не получает его Клайберн, заряжает с дальней дистанции. Снова забивает Уилл Клайберн. Ему стоит дать только пространство для броска, он сразу же будет совершать вот такие попытки. Сейчас не точно, еще одна. Билли, туда! Хвостов на Блэка! Тарик Блэк! Мисс-матч у нас Пангас против Фохмана. Накручивает очень хорошо. Левый крюк реализует. Как изящно! Опа! Вот это что-то интересное было. От Уилла Клайберна. Шенгелия! Он герой! Он герой, как бы ни закончился этот матч. В одной точке находится. Все-таки Пангас будет обыгрывать в 1-1. Это у него получается, блокшот, но накрывает Томас. Его. Зениту нужно отвечать, и Зениту желательно отвечать трехочковым. Билли Бэрон. Три штрафных будет исполнять. Находит этот контакт. Неужто трехочковый Клайберн? Ребята. Очень близко, но нет. И на третьем номере студенческие годы, поэтому для меня неудивительно, что он Билли может... Билли Бэрон! Вот он, X-фактор, действительно, Билли Бэрон. Пангас против Шенгели накручивает оборону ЦСКА и снова забивает Кевин. Что, Ваня, я тебя поздравляю. Мы посмотрели, наверное, самый исторический матч в истории плей-офф Лиги ВТБ. 107-104.